Народ, всем привет! А вы когда-нибудь падали от себя хотя бы где-то на расстоянии примерно километра? Когда это происходит, начинаются реальные пляски и танцы с бубном. Сразу начинаем смотреть ДВР-ку, последние координаты, где мы могли упасть. Или на аппаратуре, у кого телеметрию, у кого хорошая аппаратура, отправляет последние координаты. Несемся через поле, через грязь, через лес, через кусты и ищем свою игрушку. А если батарейка от нее отлетела в процессе падения, то беда. Она молча где-то лежит в кустах, и вы не можете ее найти. И найти нам нашу игрушку позволяет вот такая вот миниатюрная штуковина. Поисковой маячок с бузером, со светодиодом и собственной батарейкой. Даже если ваша игрушка упала и от нее отлетела батарейка, эта штука часа 2-3 точно пролежит вместе с вашей игрушкой, будет пищать, и пищать достаточно сильно, она пищит очень громко, это я вам покажу позже. И по звуку можно вполне найти свою игрушку. Подобных маячков на Алиэкспрессе на сегодняшний день продается достаточно много. А мне же больше всего понравилась вот такая вот миниатюрная модель. Она совсем маленькая. Называется она JHE42B-S. Штучка вообще совсем миниатюрная. Как вы видите, она помещается на фалангу пальца. Переходит... Ну, с нужным комплектом, то есть она переходит вот в таком вот пакете, антистатическом, как всегда, с проводком и с кусочком скотча двухсторонним, чтобы приклеить все к модельке. Хотя я рекомендую крепить эту штуку исключительно на стяжку. Весит эта штука совсем до ничего. Около 4 грамм. Ну, если еще, конечно же, с проводком, который мы припаяем, 4 грамма. Подключение у этой штуки достаточно простое. А сам переходничок, который у нас втыкается в это гнездо, имеет 3 контакта, 3 провода. Это минус, плюс и желтый будет у нас сигнальный. Значит, плюс мы подключаем к плюсу на полетном контроллере от бузера. А желтый мы подключаем на минус от бузера, он же сигнальный. И третий черный провод мы кидаем на общий минус на полетном контроллере. Тем самым у нас, когда маячок подключен, плюс и минус от бузера работают просто как пищалка. Когда отлетает батарея и остается... А, одновременно заряжается он плюс-минус батареечка внутренняя. И когда отлетает батарея от нашего квадрокоптера, теряется вот этот вот контакт, и маячок начинает работать автономно. Он через 30 секунд начинает пищать и моргать светодиодом, пока мы не нажмем... вот на вот эту вот маленькую кнопочку на нем, чтобы его отключить. Ну и давайте я вам покажу, как это дело работает. Подключаем к нашему квадрокоптеру батарейку. Красный светодиод горит, показывает, что батареечка заряжается у маячка. Белый светодиод, он сигнальный. Он будет моргать при тревоге и при сработках бузера. Вот мы включим бузер принудительно с аппаратуры. У меня на эту крутилку настроен бузер. Моргает светодиод и пищит. Причем пищит, как видите, достаточно громко. И отключаем батарейку от нашей летучки. Как видите, моргает красный светодиод. Это говорит о том, что сигнал по проводам питания пропал. И сейчас сработает тревога.
Вот так вот будет срабатывать белый светодиод и пищать сам бузер. Очень громко. Поэтому в кустах вы его точно найдете. Чтобы отключить, жмем кнопочку сбоку. Все, он отключен. И ждет следующего подключения батареи. Вот такая вот очень классная, дешевая и незаменимая штучка для наших летающих игрушек. Стоит она всего 3-3,5 доллара. И реально за эти 3 доллара вы получаете спасение вашей летучки в экстренной ситуации. Потому что потерять где-нибудь тушку за 300 баксов, зажав 3 доллара, будет очень обидно. Вот такие пироги. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание, ссылочку конкретно на этот бузер там будет. Всем пока!